Эй, всем привет, с вами Шэд. Всем привет, с вами Сорклипер. Всем привет, с вами Демастер! Ё-моё! Мы играем в Battlefield 4 на карте... Операция в заперти, режим, да. Потом ещё и хардкор. Да, это хардкор, видите, у нас нет жизни, у нас нет прицелов, у нас нет мини-карты. Они у нас есть, но они не видны специально. Да, они специально не видны. О, боже мой, запрыгивает какой-то чувак, он меня убил. Костя, а еще здесь нужно убивать своих, ребятки. Да, Костя, спасибо тебе за то, что ты меня только что... Я тебя замочил? Артемка, а что ты под ствол-то лезешь? Я не знаю. Пытался выбежать, что-то даже не выходит. Отлично, меня тоже свой убил. Нормально, ребят, аккуратно советую, серьезно, если вы играете за штурмовика или за того, у кого есть этот подствольный гранатомет, ребята, если юзаете, то аккуратно. Лучше вообще не юзать его там. Не, юзать можно, но все равно. Ё-моё, тут сюда прилетело только что жестко из подстволки. Гранат прям налетела сейчас, дофига. Я бы даже тоже кинул. Мы с вами, кстати, в обороне, поэтому у нас с вами именно такая оборонительная тактика сейчас. Так, а что мы вообще делаем? В чем суть? Мы должны обороняться. Есть два передатчика, один, кстати, у нас уже взорван, когда мы зашли на серый. Если они, вражеская команда, должна подбежать. Да они затолпали гранаты кидать, господи. Так и будет. Есть сервера, на которых запрещают, а есть на которых... Меня свой убил. Блин, меня тоже свой убил. Хардкорных серверах это очень большой минус, когда свои убивают на самом деле. Да, стрельба по своим. Надеюсь, им снимет тикеты на самом деле. Это жопа, потому что я не вижу. Потому что, знаешь, я вот сейчас захожу в узкий проход, чувак видит, что я захожу в узкий проход и просто стреляет мне в спину. Только что я за тобой бежал, то есть. Ты тоже тебя убил, да? Я тоже этот козел убил. Удав там какой-то, да. Меня, по-моему, какой-то Дмитрий убил. Неважно, они, короче, козлы. Что мы должны сделать? Мы должны защищаться или... Мы должны защищать нашу вот именно точку на этой штуке. А в следующей карте, когда будет перезалив, получается, там мы будем наоборот атаковать. У нас будет штурм и так далее. Да, и нам надо поддержаться 118 тикетов, то есть, ну, ребят, по-моему, одно возрождение это один тикет у них. Да. Нет, там, по-моему, если каким-то образом мы еще есть... Кидай гранату, так гранаты кончились, я другие взял, у меня просто есть по 3, есть по 2. Ладно. Я один вижу, что у меня такой морозный этот... Нет, меня тоже. Все, с фугаса просто снял парнишку там, но... Ребят, давайте, может, вместе подержим, будем держаться. Да, мы стараемся с Костей и так держаться вместе, но меня убил снайпер Кость. Да, я видел, там стреляет, надо. У тебя нету дефибриллятора с собой? Не-не, ой, как он меня убил, слышишь, я уже за стену зашел, видео пинговал. У меня какой-то пинг, видимо, большой, я не знаю. Не, ребята, это нормально, на самом деле, карта-то это самая экшоновая, на самом деле, она самая такая закрытая, это новое метро, по сути. Если кто играл в Battlefield 3, и все знают, как в метро, где вот на Раше то же самое, там тоже все закрыто. Больше. Я вообще в Battlefield не играл. Ну вот, Шет тоже играл. Да, я играл. Я в курсе, что это такое. Я играл последний раз в Battlefield 1, это был. Вот что я вам скажу, ребята. 442. Ау. Так, да, ладно, я попробую тут подняться наверх, если вообще-то есть можно зайти к врагам за спину. Господи, тут все везде взрывается, это офигенно. Это реально, это как будто бы настоящая война. Ты еще не знаешь, как взрывается, Шэд, то есть что онлайн. Не знаю, у меня тут все взрывается вокруг. Реально все. Онлайн-то тут не так. Ой-ой-ой! Убил, он тут стоял, отлично. Ребята, знаете, что надо было сделать перед началом съемки? Нужно было выключить звуковой чат, потому что я слышу, у нас какой-то человечек в команде говорит постоянно. Я не слышу. Не говорит, он постоянно включает, там слышно какие-то шумы. Ну, иногда бывает слышно шумы. Нет, возможно, это что-то даже наше. Не-не-не-не-не, там видишь, у тебя снизу слева зелененькие такие значки команды, да? Да. Когда да, он начинает говорить, там микрофончик загорается, я это видел. Возможно, то есть. Все возможно. Не, возможно, я как-то, может, я нажал. Не-не-не. А может, не я нажал. Мы посмотрим. Заряд установлен, нужно заряд снять. Засранцы. Стоп, подождите. Они зашли. Они заминировали. Что делать, ребят? Господи, вы тут сами с собой говорите, как будто я знаю, что это вообще, что происходит. Просто действуй. Чувак, действуй. Да, действуй, все, я пошел в горящую бочку. Отлично. Действуй, все, я в бочке горячей сижу, нормально. Чуваки, я действую. Вот, слышали? Все, я подействовал, я убит в бою. Я хотел согреться, почему у меня эти штуки по бокам экрана не пропали, а? Я сел в горящую бочку, жопой своей. Я тебе, знаешь, должна была быть надпись «Убит горящим пуканом». Сейчас, короче, надо сделать так, ребята, здесь нужно пробить стену. Почему здесь нет дыры в стене? Ну, чувак, заходи, Шэд, иди сюда, Шэд, обратно. Зачем Шэд туда пошел? Там же было видно, что сейчас убьют. Да я выбегаю, там такая с ракета летит, думаю, ё-моё. Ну, вообще, как-то это все равно весело, по крайней мере, масштабно.
Сейчас, 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 смотри, сейчас ты сюда подойди опять, ты где, ты где бежишь, я тебе покажу прикол. Я пока дислоцируюсь. А во-во-во, ты появился, а нет, сварткибер, стой, стой, не заходи туда. Дальше подожди, вот сейчас, сейчас, смотрите, мне нравится фугаска здесь вот так вот делать. Отлично. Давайте пройдем. А, стоп, ты как? Опа-па-па-па, там парни, гранату им кидать, черт, меня убили. Жуть. Да ёб. Жуть прям конкретно, как? Ты видел, как я разнес стены, да, Артемка? Я тоже возьму разведчик. Я охренел. Капец, офигеть. Просто, мы просто протолкали себе это, ну ты понял. Я понял, тут аптечка просто нафиг не нужна, поэтому... Не, здесь просто нужно докачаться до нормальной аптечки, ты должен раздавать всем аптечки, да, у тебя будет прокачиваться скилл аптечника. Да. Вот, и ты потом прокачаешься до этого. А, то есть... До нормальной аптечки. И везде такие дырки. А, что тут жжет так сильно? Это огненная граната, а зажигатель у меня тоже есть. Жесть. Своркипер, спасибо! Да? Да. Так. Блин, неужели я тебе, знаешь, я вот тебе собирался резать некую штурмовик, сори. Серёга, ну не написал, что я тебя убил. А, ну да, тебе не написало, значит все нормально. О, база потеряна отступила. Да, у нас базу сломали, осталась последняя база, ребят, вроде. Да, последняя, не, еще не последняя база, у нас еще много щитков. У нас, видите, она в середине. Так. Да, это последняя база, ребят. Если мы сейчас, короче, проиграем вот эти точки, не задефаем, то все, это конец игры для нас. Ну, о боже мой. Шет, ты должен паниковать. Устрой панику. Да, да, нормально, я так уже паникую. У меня просто горит уже все, все сзади. Ну вот сейчас как бы вот эта база, она здесь очень удобная. Воу-воу-воу-воу-воу, гранатка. Нужно отступить. Нужно отступить? Кто такое сказал? Не знаю. Какой-то идиот. Так. Да не знаю, это вот автоматически записывается, слышишь? Пусть только попробую подойти. Господи, я куда провалился. Свой, ну собака, а! Дмитрий какой-то! Да, меня он тоже убивал. Дмитрий, он просто какой-то блюдок. Он меня уже какой раз убивает. Ну-ка, давай, давай, давай. Сейчас кто-нибудь зайдет, я как жахну. Остуши. Потуши свой. Как я могу быть это? В батлу нельзя играть без ругательств. Ну. Это просто нереально. Как можно играть нормально, когда свой тебя убивает в это? В жопу. Да-да, туда самую. Интересно, а что ты что дает? Бил. Ой, граната, граната. Ай, ё-моё. Фак. Черт. Я вообще убиваю только гранатами в этой игре. Слушай, мне кажется, снайпера тут брать вообще не стоит. Вот на этой карте, знаешь, я очень честно скажу, нет, я вот... Нет, снайперами можно, но снайперами, когда ты... Прям у тебя открытое пространство. Ну, на этой карте оно... Скан сектора заказал капитан, если у нас нет мини-карты. А, потому что он дурак. Быстрее, быстрее, быстрее! Не успел. Ай, мне, знаешь, мне не устраивает батлет. Слишком долго он меняет оружие. Можно было бы за миллисекунду. Эй, нига. Я не знаю. К черту реализм, я хочу менять оружие за секунду. Тогда бы баланс вообще, прощай баланс. Ай, охренительный баланс, я только появился, сразу же сдох. Костя, это хардкор. А вот здесь эти снайперы, ребят, на самом деле не нужны. Да, детка. А вот когда я сижу кемперю на входе, и меня постоянно ресают, и я снайперкой убиваю всех. Нет. Стоп, меня сейчас должны ресать, не отпадать. Давай, ресните, ну, чуваки. Чуваки, я лежу, поднимите меня. Ну! Ну! Нахуй, бессердечные ублюдки. Ну, у него, значит, чувак с дефибрилляторами умер. Блин. А, фигово. Который всех делает живыми, умер. Да. Всех ресал, а себя не смог. Да-да-да. Надо все дефибрилляторы с собой носить, знаешь, поднимать. У меня есть с собой, кстати. У тебя есть с собой, но будешь меня поднимать. Блин, тут столько обозначений на карте, ребят, меня просто разрывает одно место. А, ясно. Там лежит, тут лежит, там чуваки, там сям чуваки. Блин, все-таки... О, я гранатой убил кого-то, отлично. Блин, я реально в этой игре только гранатами всех убиваю, да что ж такое-то? О, блин, я хотел выдержать из базуки выстрелить, у меня басист. Да боже мой, вот я сейчас стою, да, ребят, я как сказать-то, я по сути не получаю урон от врагов, я получаю урон от союзников. Да, есть так. Ну, с нами сейчас. Отлично. СМС-очка? Брум-брум. Палево, как непрофессионально. Да ладно. А, ё-моё, меня же... Слушайте, а давайте инженера брать и пулять базукой. А у базуки не так много патронов, лучше из фугаски. И нормально, оружие у штурмовика что-то есть. У меня что-то такое покрашенное, с камуфляжем. Я так офигенно люблю, когда мой сестру зовут телефон, когда ее нету дома. О, отлично!
Так. О, я резнулся, меня убили. Знаете, у меня сейчас, я, по сути, по всему, сам дичь таблицы, я не могу посмотреть спешу. Я боюсь там уже оснуться, когда увижу 2-2-20, да, спешу. Ой, да ладно, бойся. Готовься к худшему. Отлично, я пока убиваю. Ребят, я не прорываю боковой фланг. Боковой фланг? Что-то не вижу. Это на точку Б. А, не с улицы идут. Ох, сколько их тут, ребят, их вообще дофига. Тут разведчики в основном, они палят просто по всем, кто вылезет из дырки. По всем, кто вылезет из дырки? Ну да, ну да. Все, ты все правильно понял. Скан сектора опять. Просто. По-моему, он тупой. Ребят, не хочу вас расстраивать, но, по-моему, наш предводитель тупой. Командир у нас туповат. Может, он просто бухой, ребята? Даблкил, ребята, О, владение дробовиком получил нашивочку. Ребята, есть еще одна идея. Если мы не выполняем его приказом, приказы вообще, ему дают за это мало поинтов, и он может вызвать только скам. Нет, все равно он тупой. Командир виноват. Смотри, я из таблицы поднялся даже со дна, я уже где-то в центре таблицы нахожусь. Молодец, Костян. Нифига себе даешь. 15-9, что-то у меня не такое уж и дно. О, да. Слушай, неплохо. А я себя не вижу. Ну ладно. Окей, буду грустить и плакать. На, я же просто потрону. Опа, шумон, он забежал, когда я перезаряжался. Вот га. А ну-ка, ребятки. Внюк. Ого, внюк. Слушай, тут уже орёль. Меня орёль убил какой-то. Ну я чувак, короче, убил вообще какого-то там охренительного ранга, у него там самолет нарисован 5 звезд. Пипец. Пипец, батла вышла несколько дней назад, народ уже заращился настолько, что... Да, есть уже такие, но... Стоп, орел-то прям? Не, вы серьезно? Да. Дабл килл, трипл килл, а нет, массовое убийство просто. Ну, тоже неплохо. А, давай через дым, меня никто не видит, я ниндзя, быстрый, неуловимый, как ветер. Так, и... О, пацан, блин. Я вот этого я не ожидал увидеть, я выхожу из-за угла такой, знаешь, как тра-ля-ля, и там снизу два чувака стоят мимо меня, смотрят. Врага. Да, бывает такое, а? Заходит такой у тебя минута, так надо с ними что-то делать, быстро убивает. Там заходят сзади, ребята, ой, боже мой, столько там народу, меня просто только что в спину убили. Но я уже на 9-м месте в нашей команде, это хоть как-то меня поднимает мой моральный дух. Молодец. Шет тоже поднялся. Артемка, давай, тебя ждем. Где я? О, я на 15-м месте. На себе. У нас заложили. Ой-ой-ой. Мы, короче, сейчас проиграем, ребятушки. Блин, заложили, и что делать, если заложили? Убивать и подходить, сжимать на Е. Да, нужно быстрее. А, ублюдок. О, убил одного. Так, там еще. Черт, я думал пробегу, не успел. Я меня уже скидывают по местам чуть ниже, я бы что умирать начал. Просто. Блин, слушай, я на хардкоре убиваю больше людей, чем в обычном режиме. На хардкоре, потому что все рычат. Ну а серьезно, хардкор еще никто толком. Артемка, короче, это только что мы. Ребята, я сейчас вам расскажу такой секретик небольшой. Мы, короче, перед этой игрой играли в такую тестовую 5 на 5. Да, Артемка там всех такой убивал. Тракует, да? Да, тут тракует такой, я сразу же на хардкоре, там-то был изич. Там изи был, ну там, блин, там. Ну там за вас еще играл какой-то чувак, который реально шарил, честно тебе скажу. Тут у меня друг есть такой, который серьезно. Он там играл чувак Амон Рус 1971. Просто такой гениальный ник. Ну это был вообще бог просто батлы, ты не понимаешь. Ну блин, он, видимо, 71 года сидит в батлу играет. Стоп, а с какого года тогда Костя сидит в батлу играет, а? Кстати, весь ру. Ну я даже не знаю, он в нее во сне играл, когда она еще не вышла. Так, что, ребят, блядь, сзади! Собака свой, что ли? Как? Да, граната. Понял. А, меня поднять. Боже мой, это было жестко, ребят, честно. Там чувак убил всех своих гранат. Хорош уже гранату кидать, задолбали вы. Вы вон второй. Блин, три чувака, я что-то вообще как-то... А еще самое смешное, тут чуваки реально свои же убивают гранатами, это так бесит, отвечаю. Не знаю насчет своих, но я тут пробежал через гранатное поле, забегаю в дверь, и там три чувака, не видимо. Жуть, какая граната вообще. Кто пустил такую огромную гранату, которая просто зажигательная? А, я могу такую взять, у меня такая есть, только она знаешь, чем ее минус? Она всего одна, а я обычно гранатами убиваю людей, поэтому я беру побольше. У меня, короче, есть несколько комплектов гранат уже. Она просто выглядит, она реально фейерверком. Так вот, у меня есть несколько комплектов гранат. Есть, короче, которые три штуки с собой, да? Они дамажат мало, и у них там, знаешь, взрыв не сразу же идет. Они закидные, так. Да. Есть, короче, две вот, которые у меня сейчас с собой. Они взрываются, вот только столкновение с землей идет, сразу же взрывается. Это офигенная штука. Я просто кидаю в голову. Парня в голову разносит. Господи, интересно, если куча своих стоит, интересно, если гранату кину, они забатхертят? Ладно, не буду, я хороший человек. Ты сделал мультикил своих.
На, сволочь! Гранату тебе. Если ты убьешь своих, мне кажется, тебя очки-то снимут. Ну, не знаю, я пошел дальше. Меня знаете, кто убил? Чувак с ником 59 рус. Смотрю, что не Антон 98. Не-не-не, понимаешь? Чувак, я убил земляк. Ну блин, меня этот вон тот ОМОН Рус тоже всегда убивал. Он что, он твой земляк? В смысле? Нет, ну понимаешь, меня-то убил мой земляк. Земляк, получается. У меня, я с Перми, у меня 59-й регион, да? А, это регион. Шет, ты что тупишь? Шет, ты что тупишь? Я вообще никогда не, знаешь, я не проснулся! Нафига вам вот эти цифры нужны? Что за 59? Что за какой-то регион? Блин, надо регион. Слушай, надо если них поменять на дак-дак 05. 05, 5-й регион. Я просто видишь, это как бы я тебе так расскажу только прикол, почему именно у меня такой них с цифрами-то, да? Мы, короче, играли с ребятами с моего класса, когда еще со школы это, ну, мы-то с тобой вроде сейчас как бы уже тоже школу закончили. О, меня убил раз 59 раз. Ну так и так вот, и, короче, у нас была такая фишка на... Йо. Чёртовы снайперы на этой карте! Зачем они берут снайперки в этой карте? Вот, неважно. Так вот, мы, короче, делали себе эту приписку. У нас, я сначала сделал себе 59 рук, а всех на доту посадил в своем классе. На первую еще. Дальше даже только Гарена появилась, в общем. Ну, было здорово. И сделал себе ник просто 59 рублей, что, как знаете, на машине написано было. Ну, не да, знаю, просто регион, прикольно. Регион, короче, понял. Да, регион, вот. И все начали точно так же писать в моем классе. Только они, чтобы, знаешь, типа, это мы не у тебя взяли, они писали вместо рус. И все. О, господи, ребята, такие оригинальные ники. Я-то думал, что за этим скрывается что-то более логичное. Ну ё-моё, мне просто... Вот я... Вот мне было 18-10, стало 18-15. Я просто никого слушай, не убил. Ты хотел узнать, зачем тут снайперы? Ты выгляни вот тут за дверь. Там за дверью эти снайперы просто в ряд стоят. Так я о чем и говорю, то что... Их, мне кажется, блин. С одной стороны, бесполезно. Здесь лучше штурмовики, чтобы... Ты вообще понимаешь, что их тут очень много? Мне кажется, знаешь, что нелогично эта карта? То, что нужно защищать точку Б и А, да? А противнику до них бежать ближе, чем нам. Ну... По карте можете посмотреть и по туннелям. Это как бы странно. Мы должны возвращаться около тех точек, которые мы защищаем. По логике я имею в виду. Ну а какой тогда баланс? Ну, я не знаю, дать им побольше жетонов. Ну, возможно. Но тут надо вообще довольно сомнительно, в общем. Ну хотя бы сделать одинаковое место для добегания, я не знаю. Ну, Костя, карта-то все-таки неровный, господи, три коридора. Хотя, по сути, ну, не знаю, ребят. Не знаю, все-таки долгая история с этим балансом, надо что-то делать. Я гранату убил. Нормально. Двоих. Все равно, если они там увидят, что Стика будет дисбалансом, они поправят. Не, серьезно, мне трогать. Никак не могу пробежать, никак не могу пробежать, там какой-то ублюдок с этими за дверью стоит, надо, короче, взять фугаску, короче, запрострелить этому. Фугасы чем подстреливать. Так, чуваки, надо, чтобы в нашей команде постоянно кто-то был жив, чтобы. Альфа, браво, спасибо тебе. Слушай, ребята, нам нужно, чтобы в нашей команде постоянно кто-то был жив, и мы могли портиться не на базу, а к чуваку. Я жив сейчас. Слушай, нас вообще со всех сторон окружают, просто вот окружают только так. А вот где можно сокрасить сварпика? Я ушел твоего этого земляка. Отлично. Так этого козлу, он меня убил. Хой, блин. Вижу, шеда убили, но я не побегу его резать по одной причине. До него, если я добегу, я сам сдохну. Ну, мне так резко. Там дикая вообще. Да офигеть, ребята, вы убили, как я только что ворвался. Просто врываюсь, там три человека, двоих убивают, третьего 39 здоровья осталось. Лол. Помощь в убийстве за него дали, отлично. Это было реально. Я просто... Гранаты в ублюдков кинул. Аккуратнее. А. Захожу за повороты. Убил, да сколько ж можно, а? Надоели, блин. Да вообще. Дауны какие-то. Ты там жив еще? Меня респаунили. О, блин. Ау! Долбый снайпер, хренов. Я смотрелся на то, как колбасило мертвый труп чувака. Он застрял, короче, Ну это тоже очень важное дело. В столе застрял. Колбасило очень хорошо так. Ну да. Надо посмотреть. Мне вот в этой батле нравится дробаши, это реально отличное оружие. Ща, все будет. Да они и в третьей были, ничего так. Ну я в третью не играл, сказать ничего не могу по этому поводу. Давай, вперед, эй. Я не знаю, куда бегу, я чувствую себя суперменом, потому что никого нет вокруг. А, нет, вот они чуваки появились, ладно. Убил гранаты опять. И мне дали еще значок спасителя. Все правильно. Мать ваша, куда я бегу вообще, ребят? Спасите меня. Я не знаю, куда-то. Я где-то вышел, там какой-то проход был. Сейчас я побрал на нем. Блин, да? Его убили перед тем. Я убил с фугаски противника, отлично. О, там снайпер, окей. Окай.
Ребятки, оборону, нам поддерживать две точки, нам их осталось 40. Опять свой, ты как ты мог это сделать? Ты в стену выстрелил. Это я был, чувак. У меня лагануло, короче, у меня он это. В косячок попал, прямо вот маленький задел. Это не базука была, это был фугас. Нет, там, значит, не ты был. Я был, то я. Не, я вроде тоже стрелял, кого-то убил. Фугас, ракетница. На, скотина, раз. Скотина 2, все, выпустил. Надо убить 20 человек, еще, ребята, мы выиграем, заметили, да? Да. Так, 2. Господи, я по-моему, троих точно убил, вообще. Я оставил. Фугас меня вражеский, да. Факс. Но я убил 23 человека и 19 раз умер. Шед убил 17 на 19, на 20. Я буду смотреть свой счет. Вообще там жесть. Артемка, ты посмотришь в конце игры. Да, будешь плакать, кого мы слезами. Буду плакать, конечно. Ребят, врываемся, это уже конец игры, сейчас нужно экшончик какой-то показать под конец, такой, знаете. Я гранату свою кинул, вот это экшончик. Вот это да. Да она от стены отлетела, ты не понимаешь. Чёрт, меня берет свои, знаешь, я такой прорвался, бегу, так промашусь, знаешь, такой мало хп, знаешь, так за ворот прыгаю, и такая граната своего, бум. Это, наверное, мы победили, да? Победа, ребят, победа, поздравляю. Наша команда выиграла. Мы молодцы, ребят, все равно. Мы, правда, на середину игры зашли, но это не важно. Важно то, что мы повеселились. Поиграли, да. Давайте посмотрим, что сейчас... кому дадут. Я хочу посмотреть, давайте. Да ничего нам не дадут. Просто... Я стану вторым уровнем. Или... Да, я стану вторым уровнем, по-любому. Должен стать. О, я получил новую винтовку. Отлично, и больше ты. Штурмовика нападения, ей. Стоп. Штурмовые винтовки немножко. Вау. Новую гранату получил, ребят, отлично. Ребятки, стоп. Новый левел должен быть. Усилительный весь раунд, опа-на, офигительная штука. А, я же усилитель включал. Слушай, давай посмотрим, где там у нас... 8.22, я угадал. Слушай, какой ты усилитель включал? Что за усилитель, Артемка? А, в этот паки мне выпало. Какой ты сводкипер вообще. Да, Артем, ты вытянул нашу команду прямо вот к тем еще... К тем шести... Раз ты кричал, что какой крутой. Я не записывал эту игру. К тем шести ты настянешь, короче, к тем шести людям, которые под тобой еще. Ребят, ну давайте заканчивайте, что все за просмотр, ребят. Подписывайтесь на мой канал, на канал Костя, на канал. Если понравилось, ставьте палец вверх. Да. Показывайте друзьям, все будет прикольно. Знаете, так смешно звучало, Артемка такой, подписывайтесь на мой канал. Я уже думал, все, конец. Нет. Ребята, с вами была команда Last Rise, еще раз скажу, да? Вот. Всем пока. Всем пока.